Блин, только подошел на речку в час. Вот закинул донку. Пока скручивал фидер, вытащил вон этого. Просто без очка пришлось в воду заходить, вытаскивать. Короче, здоровый. Погода сегодня холодная. Сейчас где-то 5 градусов всего. Утром будет теплеть. Но давление будет падать. В общем, у рыбы сейчас будет жор в теории. Посмотрим, будет он или нет. Потому что завтра, послезавтра начинаются дожди. И сегодня максимальное давление почти 758. Часа через два начнет снижаться. Короче, посмотрим на клев. Сейчас пока закинул оборотов на 25. Там как раз вот такая мощная бровка. И вот где-то за 2 метра дальше нее киданул. Вот. Но раз клев есть, то и буду ловить именно там. Только что 60 грамм немножко сносит. Может, кормушку придется менять. Но сейчас увидим. По клевкам. Может, одно кину ближе. Вон там плещется уже. Дуреха моя первая. Жирный. Короче, может, от эту далеко броду бросать. А эту на бровку, то есть ближе этого свала. Ну, и увидим, в чем будет разница. Как будто бы что-то поклевывает немножко. Но там еще такая ситуация, что эта бровка крутая, и леска, скорее всего, в верхний край задевает. Непонятно, будут видны поклевки хорошо или нет. Пока что вроде как мелочь цапает. Подождем немножко. Вон. Кое-как дергает. Колокольчики ставлю, потому что неудобно за двумя сразу наблюдать. Я эти кукурузу поставил, крючок золотой. Просто пока дно проверяю. Мало ли там зацепы. Этот золотой крючок не жалко. Он у меня так, тестовый. Ну, что-то там мелкое уже сидит. Ну вот, он уже и сидел там, мелкий. Ну блин, кровь пошла, не знаю, как теперь его отпускать или что с ним делать. Выживет, нет? Сейчас выкину. Куда такого? О, блин. То там дернет, то там. О, и там бренчит. Это херня по сравнению с тем, как лещ клюнул. Бренчал так бренчал. Блин, колокольчики придется на рогатку ставить на обоих удочках. На большой-то я сразу переставил, потому что вечно звенит. На рогатке лучше, если дернет, то услышу. А здесь, в принципе, его вешать нормально. Удочка не такая длинная, не 4 метра все-таки. Может, и оставлю прямо на ней. На фидер тоже попался небольшой подлещичек. Та побрякивает сейчас до сих пор. О, пойдешь домой? Пойдет. Сейчас, короче, сделаю следующее. На эту буду ставить одну кукурузину с опарышами. Потому что сейчас подлещик взял на кукурузу. Здесь у меня брал чисто на 4 опарыша. Я буду ставить еще перловку. Это у меня на 25 оборотов. Это на 35. Вот, проведем эксперимент. Что будет эффективнее. Вот, короче, еще один плещется. Сейчас чуть измотаю его, вытащу.
Непонятно, кто Язик, что ли, на кукурузу херанул. Вытаскивать неудобно, конечно, телефон убрать. Ну да, Язик вот. Подождем чуть-чуть. Это тоже звенит уже. 20 минут уже рыбачу. Еще рыбачу. А уже вот такие лепешки хорошие. Не брызгайтесь. Сидите там тихо. И солнце встает. А клев до сих пор продолжается. Здесь что-то сейчас подергивало. На кукурузу, короче, сразу я взял. На второй сейчас поставил перловку с опарышем. Увидим, что лучше работает. Потом еще надо чуть попозже горох попробовать, когда мелочь пойдет всякая. Что-то клюнуло разок и все, убежало. И опять за бровку зацепило. Там, короче, такая бровка жестокая. Из нее выковыривать надо рыбу, вверх дергать. Фидер длинный. Нормально вытаскивает. Час уже сижу, как пришел. Но вот так все и клюет. Сейчас поводок оторвало на этой мелкой. Что-то опять уже село, что ли. Хер разберешь. Но небольшое. Пусть уплывает. Подождем лучше. Там три перловки ставлю с опариком. Значит, нравится рыбке. Пусть кушает. Вот попалась мне на фидер улитка. Значит, кидаю в ракушечник. А ракушечник идет прямо на свале. Вот там и клюет более-менее. Все мне перепутало. Сейчас буду распутывать. Фу, повозился я сейчас с этим лещом. Капец, он тяжело шел. Здоровый такой, золотой. Ух! Вот это дура уже. Хороший. Еле вытащил его на эту маленькую удочку. Вот, значит, с нереста пришли здоровяки. У них сейчас как раз жор. Отболели. Ладно, тебя возьмем с собой. Подведу небольшой итог. В общем, на маленькую удочку, которую закидываю на 25 оборотов, взял уже два леща. На длинную, которую закидываю на 35, взял под лещика и под язика. Но крупняк весь, значит, чуть поближе. Причем берет он на перловку и опарика, а на кукурузу тухловато. Может, придется сменить кукурузу на перловку. Клев продолжается. Вот. Ну, килограмма 4 уже есть, получается. И сейчас только где-то полтретьего. То есть, тут полтора часа всего. Вот большой лещ подошел наконец-то после нереста. Ну, сейчас у него жор, потом погода испортится. Сегодня удачный момент для его ловли. Тут рядом у него как бы нерестилище такое мелкое, где трава. Вот он сейчас чуть спускается и по пути жрет все, что попало. Но кукурузу он не жрет, зараза. Уже 3 часа утра. Клев какой-то слабоватый все идет. Начинает мелочь дергать. Большая ушла рыба, все. Буду сейчас ставить насадку покрупнее. Горох. Перловки побольше. Кукурузу. Чтоб мелочь не хапал. Может, что-то и получится поймать. А просто опарыша или перловку. Сразу. Плотва долбит. Перезакидывать приходится зазря. Вот еще один рыбочка попался. Горох магазинский насадил, зеленый.
Потом клёв прекратился совсем, я уехал домой. Ну вот результаты. Ого.